Гидрологическая обстановка в области развивается в соответствии с прогнозом. На Амуре в границах автономии в разных местах наблюдается спад уровня воды от 3 до 12 сантиметров. До сих пор регистрируют превышение неблагоприятных отметок в селе Ленинское на 92 сантиметра и у села Нижнеспасское на 48. Сбросы Зейской и Бурейской ГЭС идут в штатном режиме и негативно на ситуацию в нашем регионе не сказываются. На малых реках вода также падает в среднем от 10 до 15 сантиметров за сутки. До сих пор в автономии из-за циклонов подтоплены 48 населенных пунктов, 190 жилых домов и более 2500 приусадебных участков. В минувшие сутки большая вода пришла в село Белгородское Смедовичского района. Потопленными также оказались несколько домовладений в селах Владимировка и Осиновка. Зато вода ушла с некоторых участков в Дубовом, Казанке Биробиджанского района и областного центра. Комиссии по оценке ущерба уже обследовали в населенных пунктах области 442 пострадавших участка. Отмечу, социальных объектов, которые бы прекратили свою деятельность в результате паводка, нет. За минувшие сутки, значит, группировка именно МЧС России работала в Ленинском районе. Продолжается откачка воды со стороны поселка через дамбу в реку Амур. Также группировка сосредоточена в Смедовичском муниципальном районе. Оказывают адресную помощь населению по обращениям, кому там вещи перевести, кого перевести через потопленную дорогу к магазину, плюс осуществляли подвоз воды. Также вчера наша группировка работала по укреплению дамб и по отсыпке дороги в селе Николаевка.